Полтысячи беженцев планируют поселить в пункте временного размещения в Пермском районе. Это лагеря «Звездный» и «Комета». Пермские власти отмечают, наш регион готов к большему числу переселенцев. Если желающих будет больше, то их начнут размещать еще и у нас, в Березняках, в лагере «Сказка». Туда смогут заселиться порядка 150 человек. Также рассматривают Нытвинский санаторий «Оазис» и санаторий «Атлант» в поселке Майский. Средства на размещение планируется взять из федерального бюджета, также из резервного и благотворительного фондов. Помочь беженцам можете и вы. В Березняках открывается все больше пунктов приема гуманитарной помощи. В связи со сложившейся обстановкой в Луганской и Донецкой областях Украины, значит, принято решение Главного управления МЧС России по Пермскому краю организовать пункты приема гуманитарной помощи во всех подразделениях пожарной охраны. Будет прием организован в рабочее время. Можно подходить и сдавать необходимые вещи. Принести теплую одежду, зимнюю обувь, посуду и средства личной гигиены можно в пожарную часть по адресу Березняковская, 69. Также в Березняковский центр соцзащиты по адресу Пятилетки, 46. Также помощь для пострадавших принимают в отделении партии «Единая Россия» по адресу Пятилетки, 51. Дата прибытия вынужденных переселенцев до сих пор уточняется. Краевые власти ориентируются на 26 февраля.